В октябре 1993 года спецназ США проводил в Могадишо, столице Сомали, операцию по поимке местного полевого командира. В результате целого ряда последовательных ошибок силы спецназа не смогли выполнить поставленную задачу. Оказались блокированными в чужом городе, потеряли 2 вертолета, 18 бойцов убитыми и одного пленным. Эти события привели к выводу войск США из Сомали. Через 8 лет об этом провале известный голливудский режиссер Ридли Скотт снял фильм, который привлек огромный резонанс и интерес к этим событиям во всем мире. Сейчас, в Америке, операция в Могадишо досконально исследована, подробно восстановлена хронология событий, проанализированы допущенные ошибки. Книга Марка Боудена, например, об этих событиях стала официальным бестселлером New York Times. Все участники той операции стали настоящими звездами. В результате об операции Могадишо знает чуть ли не весь мир. 31 декабря 1994 года на штурм города Грозного отправилась 131-я отдельная мотострелковая бригада, которая в течение последующих полутора суток попала в такой замес, что голливудские истории просто меркнут по уровню драматизма, кровопролития, стойкости и ужаса. Но в России не снимут об этих событиях фильма, не издадут книги бестселлера, имена погибших и выживших незнакомы уху обывателя. А мрачная известность 131-й бригады сводится к тому, что она была блокирована на печально известном железнодорожном вокзале, и вырвались оттуда немногие. Прямо так и говорят, оттуда вырвались немногие. Попутно за долгие годы появились откровенные вбросы, как обычно, лживые мифы, присущие любому трагическому событию в нашей новейшей истории. Однако есть энтузиасты, которым не все равно, и которые по крупицам восстанавливают те события, но о которых обыватель не слышал. Ведь в отличие от книжек про американских снайперов, книгу Павла Милякова и Константина Яука вы на книжных полках не найдете. Увековечить то, как и почему погибали в Чеченской войне российские солдаты и офицеры, не интересно ни государству, ни частным издательствам. Это очень обидно, потому что полноценная история Майкопской бригады позволит не только отдать должную память погибшим и уважение выжившим, но и позволит на одном примере увидеть всю российскую армию времен Первой Чеченской войны в разрезе всех ее проблем и приоткрыть занавесу причин того, что произошло и почему это произошло. Поэтому мы с вами попробуем пройти путем бригады от начала и до конца. Как обычно, список источников будет в описании к видео и, наверное, даже в конечных титрах. Но главный труд, с которым я вас призываю знакомиться и хоть как-то это популяризировать, это отличная книга под названием «Я калибр 10». Ее вы найдете только в сети. Ноября 1994 года президентом России Борисом Ельциным было принято решение о проведении операции по восстановлению конституционного порядка на территории Чеченской Республики. В этот же день планирование проведения данной операции министром обороны было возложено на Северо-Кавказский военный округ. Как раз в составе этого округа с пунктом постоянной дислокации в городе Майкоп находилась 131-я отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Ивана Алексеевича Савина. Уже через 2 дня, 2 декабря, бригаде предстояло начать погрузку в железнодорожные эшелоны и направиться в Моздок. Приказ о быстрой отправке на войну застал бригаду, как, впрочем, и почти все остальные российские части, далеко не в самом лучшем состоянии. Все подразделения бригады страдали от неукомплектованности. На войну бригада отправилась неполным штатом мирного времени. Вместо 4 батальонов по 400-450 человек в каждом, бригада поехала на войну 2 батальонами по 240-250 человек в каждом. Роты насчитывали по 50-60 человек, разведрота бригады насчитывала 30 человек. Но даже чтобы наскрести такое количество личного состава, людей присылали со всего округа. 2 из 3 танковых рот танкового батальона бригады наспех получили танки из других подразделений. При этом многие машины вообще были сняты с хранения, требовали ремонта и техобслуживания. И абсолютно все машины танкового батальона не имели активной динамической защиты. Общая численность личного состава и материальной части бригады указана в таблице. Как видим, всего в Чечню направилось свыше 1200 человек.
Ситуация усугублялась тем, что в декабре заканчивался срок службы у значительного числа личного состава. А вновь прибывшее пополнение в декабре после учебки и курса молодого бойца со сроком службы 6 месяцев. Заменили демобилизованных в самом конце декабря, непосредственно перед штурмом Грозного. В ряде случаев это имело крайне отрицательный эффект. Например, все старослужащие и опытные механики-водители танков и БМП были заменены на молодых мехводов, которые получили в учебке крайне низкую подготовку. Проблемы низкой подготовки рядового состава приходилось решать офицерам низшего и среднего звена. Так, например, обычной практикой стало, когда за рычаги танков и БМП на места наводчиков садились офицеры, командиры танковых взводов и рот. Это отнюдь не добавило эффективности управления своими подразделениями со стороны командиров, вынужденных лично вести танки. Характерный эпизод вспоминал капитан Ахмедзянов из 133-го отдельного танкового батальона, когда, по его словам, на связь во время боев в Грозном перестал выходить командир одной из мотострелковых рот. После нескольких запросов этот позывной отозвался, но голос был не ротного, а рядового солдата, который не был в состоянии доложить обстановку. На вопрос, где ваш командир роты, солдат ответил, что ротный сейчас стреляет из крупнокалиберного танкового пулемета. На вопрос, почему ротный вместо руководства боем ведет огонь из пулемета, солдат ответил, что никто из них больше не умеет стрелять из крупнокалиберного пулемета. Но задница была не только с рядовым составом. Не лучше обстояли дела и с самими офицерами. Пример задавали на самом верху. За первые 3 недели Чеченской войны сменились 3 командующих группировки войск. Никто не хотел брать на себя ответственность за то, что многие генералы небезосновательно считали авантюрой. Генерал Митюхин побыл командующим группировкой 4 дня, а затем руководство было предложено генерал-полковнику Воробьеву. Но тот предпочел такому назначению увольнение. В итоге командующим назначили генерала Квашнина в 131-й бригаде. С офицерами было так же плохо, как и во всей остальной армии. Надо понимать, что такое 94-й год для офицера вооруженных сил. Престиж профессии упал ниже плинтуса. Люди месяцами не получали зарплаты, постоянно шли массовые сокращения и увольнения, которые только усилились при появлении приказа ехать воевать в Чечню. В итоге майкопская бригада отправилась в Чечню, не имея ни одного штатного командира батальона. А во втором батальоне бригады не было ни одного штатного командира роты. Как вспоминал капитан Евгений Пащенко, ротных назначали из числа имеющихся офицеров прямо на вокзале в Майкопе. По принципу «будешь командиром роты? Вперед!». Нехватка офицеров вынуждала назначать одного офицера сразу на несколько должностей, вспоминает старший лейтенант Юрий Морозов. «Я уходил из Майкопа командиром взвода. Приехал в Моздок со 2-м или 3-м эшелоном через неделю. Через 2-3 дня приезжает Горьковенко, комбат, и кричит мне чуть ли не из вагона: Юра, на тебя приказ пришел, ты теперь у меня заместитель начальника штаба. Поскольку начальника штаба нет, ты начальник штаба». Я спрашиваю: а где штабная документация, где все? Горьковенко: они погрузили. Некому было, начальника же штаба нет. Вот в таком состоянии бригада к 10 декабря сосредоточилась в Моздоке. А уже 11 декабря получила приказ на выдвижение территории Чечни. 11 декабря началась война. Как видим, от получения приказа выдвигаться в Моздок до начала участия в войне бригаде дали 10 дней, 7 из которых она 6 эшелонами только перебрасывалась в Моздок. Вот и вся подготовка. Бардак, скажете вы? Нет еще. Слушайте, что было дальше. Начав выдвижение к Грозному, 131-я бригада, в целом благоприятно и без потерь, сосредоточилась к 26 декабря в районе поселка Садовое, на окраине Грозного. Даже в военном руководстве до 26 декабря не разрабатывался и не рассматривался план взятия Грозного. Предварительно предполагалось его блокировать армией, а затем начинать постепенно силами внутренних войск проводить зачистку. Все эти планы не предполагали масштабного и серьезного сопротивления со стороны дудаевцев. Однако 27 декабря в Кремле было проведено совещание Совета Безопасности, на котором последнее слово принадлежало верховному главнокомандующему. Борису Николаевичу план военных с постепенным блокированием и выдавливанием бояков из Грозного не зашел. Здесь надо отметить, что Ельцин руководствовался не военными соображениями. В каком там состоянии войска, насколько они готовы к штурму, сколько им надо времени, нет. Он как политик исходил исключительно из политических соображений.
Перед глазами у него был опыт схожего противостояния в 1993 году, когда скоротечные, решительные демонстрационные действия в отношении сторонников Верховного Совета позволили в кратчайшие сроки добиться капитуляции своих политических противников. Именно из этого опыта было решено, что быстрая демонстрация силы в виде ввода в город колонн с массой военной техники и их выдвижения к президентскому дворцу деморализует противника, а как только президентский дворец будет занят, кризис в Чечне закончится так же быстро, как он закончился в Москве в октябре 1993-го. Символично, что приказ о штурме Грозного был издан министром обороны Павлом Грачевым с обязательным докладом президенту о взятии Грозного 00 часов 01 минуту 1 января 1995 года. То есть в одну минуту первого новогодней ночи по плану Ельцину должны были доложить о завершении маленькой победоносной войны. Увы, этот наивный, неоснованный на реальной обстановке план был заведомо обречен на провал. Министр обороны Павел Грачев, человек военный и явно понимал последствия такого плана, взял приказ Ельцина под козырек, даже не попытавшись его отговорить. Итак, 27 декабря министр обороны Грачев ставит своим подчиненным задачу на владение городом Грозный в течение 31 декабря. Мы тут говорили о том, как у Майкопской бригады было 10 дней на подготовку к войне. Теперь бригаде предстояло совместно с остальной 15-тысячной разношерстной группировкой российской армии за 2 дня подготовить и осуществить штурм города с населением 400 тысяч человек, которые обороняли около 10 тысяч хорошо вооруженных и мотивированных бойцов. Для штурма Грозного были созданы 4 группировки по направлениям: север, северо-восток, запад и восток. 131-я бригада попала в группировку «Север» под командованием генерала Константина Полюковского. Помимо Майкопской бригады в группировку вошли 81-й и 276-й мотострелковые полки. 29 декабря прошло общее совещание с командирами направлений, полков и соединений. На нем офицерам предоставили фотосхемы города, которые были сделаны с самолета еще летом. Преобладание на снимках зелени и отсутствие оборонительных опорных пунктов, которые дудаевцы успели оборудовать за полгода, делали снимки не очень полезными. Плюс командирам соединений были розданы карты города 1983 года издания. 30 декабря в 6 часов вечера, то есть за 12 часов до начала штурма, было проведено совещание уже на КП группировки «Север» по отработке взаимодействия подразделений. Насколько хорошо удалось отработать это взаимодействие за оставшиеся несколько часов, можно догадываться. Хотя мы наглядно это увидим из последующего повествования. Разработанный на коленке план штурма города сводился к быстрому продвижению колонн российских войск к административным зданиям в центре Грозного, в первую очередь к президентскому дворцу, после чего активное сопротивление боевиков предполагало сломить. 131-я бригада получила в общем вспомогательную задачу по выдвижению к рубежу реки Нефтянки и обеспечению выдвижения в город 81-го полка. Злополучный железнодорожный вокзал в числе целей бригады не входил, по плану вокзал вообще входил в зону ответственности группировки «Запад». Но, как показали события следующего дня, очень быстро все пошло не по плану. В 7 часов утра 31 декабря Майкопская бригада двумя батальонами, 1-м и 2-м, общей численностью 446 человек, выдвинулась на занятия поставленных ей рубежей на реке Нефтянки. По пути в пригородах города бригада встретила разрозненное сопротивление дудаевцев и даже уничтожила чеченский танк. Однако в целом без серьезных боев и потерь к 10 часам утра полностью выполнила задачу дня, достигнув реки Нефтянки. Бригада приступила к инженерному оборудованию позиций. Все находились в полной уверенности, что здесь они встретят Новый год. Однако лихой план по занятию Грозного в это время уже начинал давать трещины. В связи с невыполнением группировкой «Запад» своих задач, командованием принимается решение перенацелить на занятие железнодорожного вокзала группировку «Север» в лице ее Майкопской бригады. Около 11 часов утра командующий группировкой «Север» Константин Полюковский связывается по радио с полковником Савиным и отдает ему устный приказ на занятие в течение этого же дня железнодорожного вокзала. О реакции офицеров бригады на этот приказ лучше всего рассказал подполковник Владимир Зрядни.
В скором времени подошел БТР «Чайка», на котором находился комбриг. Он говорит: «Понимаешь, Владимир, получил указание по радио на вход в город». Я говорю: «Иван, а как же ты представляешь себе это осуществить? У тебя план города есть?» Он говорит: «Нет». Я говорю: «Как же ты собираешься заходить?» Савин отвечает: «Ну, указали улицу, по которой мы должны зайти первым батальоном, на вокзал железнодорожный». Этот момент является определяющим во всей истории Майкопской бригады. Очень долгое время тиражировалась версия о том, что бригада сама проскочила нужный перекресток, заблудилась и оказалась по своей вине на железнодорожном вокзале. Эту версию запустил в своей книге генерал Геннадий Трошев, и многие генералы ее подхватили. Сам Пуликовский дал множество интервью в различных передачах, посвященных Майкопской бригаде, рассказывая, блин, о чем угодно, только не о том, как подчиненным у бригады оказалось на вокзале. На вопрос военного журналиста Александра Сладкова, который прямо об этом спросил, Пуликовский ответил, что он понятия не знает, как бригада там оказалась. Почему это ложь, я вам покажу, когда мы будем подводить итоги. Разведрота бригады в это время выполняла задачу отдельно от основных сил бригады. Ждать ее не было времени, поэтому первый батальон, который возглавил лично полковник Савин, построился в колонну и без разведки, без плана города поехал штурмовать Грозный, ориентируясь по табличкам на домах. Дефицит у офицеров планов города и даже устаревших карт 80-х годов не должен удивлять зрителя. Топографическая подготовка к штурму была такая же, как и все остальные аспекты подготовки к штурму, поэтому командиров взводов и рот вообще не было ни карт, ни схем города. В дальнейшем мы увидим, как этот фактор еще не раз станет причиной смерти десятков солдат и офицеров. Как и следовало ожидать, колонна дважды сворачивала не туда. Разворачивалась и петляла по улицам Грозного, чудом проскочив невдалеке от позиции абхазского батальона Шемеля Басаева на Старопромысловском шоссе. Наконец колонна к 13 часам дня без потерь все же вышла к вокзалу, возле которого уже находились части 81-го полка. Самарцы к этому времени потеряли несколько машин и провели в данном районе тяжелый бой. Однако здание вокзала и район привокзальной площади в это время не были заняты противником, и обстановка в целом была достаточно спокойная. В итоге самарцы отошли к товарной станции, а майкопцы заняли непосредственно здание вокзала. Немного позже, около 14 часов, к вокзалу начало выдвижение колонна 2-го батальона бригады. Но здесь боевики уже были наготове. Передние машины колонны успели дойти лишь до товарной станции, но большая часть батальона, которая также шла плотной колонной техники, попала под сосредоточенный огонь гранатометчиков. Вот, гранатомет его снял бы. Первой была подбита БМП, в которой находился заместитель командира 2-го батальона майор Клементий Манкиров. Майор погиб. Прикрыть экипаж горящей БМП попытался майор Глоголев на БРЭМ-1. Закрыв своей машиной горящую БМП, майор Глоголев высунулся из люка и открыл огонь из автоматов. Однако его БРЭМ тут же была подбита из гранатомета. Спасая своих товарищей, майор получил тяжелое ранение и через несколько часов умер в госпитале. Подбитая БРЭМ смогла отойти с поля боя своим ходом. Именно эта БРЭМ установлена в Майкопе в виде мемориала погибшим. Дудайцы тем временем продолжали сжигать колонну батальона. Была подбита БМП командира 6-й роты капитана Сергея Маликова, который попал в плен. Вслед за ней сожжена БМП с бортовым номером 230, в которой сгорели все находившиеся в ней 6 человек. БМП командира 5-й роты капитана Константина Басалка была обездвижена и вела огонь до полного израсходования боеприпасов, после чего весь экипаж от безысходности был вынужден сдаться в плен боевикам. Была подбита БМП и командира 4-й роты капитана Виталия Пасова, который погиб. Раненых из его машины погрузили в другую БМП, но при отходе она тоже была сожжена. Кроме того, были уничтожены обе находившиеся в колонне машины управления артиллерийским огнем. Таким образом, 2-й батальон бригады понес тяжелые потери и был практически дезорганизован. Батальон потерял заместителя комбата и всех 3 командиров рот. Было сожжено около 10 единиц бронетехники, и большей части колонны пройти к вокзалу так и не удалось.
с этого момента между теми, кто оказался на вокзале, и остальными российскими частями на ближайшие сутки встанет непреодолимая стена огня. Хотя на самом вокзале в эти часы ситуация еще не предвещала предстоящий ад. По воспоминаниям очевидцев, примерно до 3 часов дня по привокзальной площади еще можно было передвигаться, не пригибаясь. В этой ситуации в целях продолжения выполнения поставленной задачи по контролю улицы Субботников Савин направляет к мосту в данном районе 1-ю и 2-ю роту при поддержке танка старшего лейтенанта Морозова. Однако в ходе движения колонна натыкается на плотную оборону противника и, потеряв от огня танк Морозова и несколько человек убитыми и ранеными, возвращается обратно к вокзалу. Бригада тем временем организует оборону района вокзала, заняв не только главное здание, но и примыкающие постройки. В том числе капитан Чмырев со своими подчиненными занимает частный дом, который прославился благодаря документальному фильму «60 часов Майкопской бригады». На привокзальной площади рассредотачивается бронетехника. Стоит отметить труд авторов сайта памяти военнослужащих группировки «Север», которые благодаря имеющимся фото и видеоматериалам и воспоминаниям очевидцев восстановили численность и расположение техники. Как видим, достоверно подтверждено 24 единицы бронетехники на привокзальной площади, в том числе 12 БМП, 9 танков, 1 Тунгуска и 2 БТРа. Начиная с 3 часов и с каждой минуты огонь боевиков нарастал. Стали появляться первые раненые. Самым первым был поражен несколькими гранатами штабной БТР полковника Савина. Комбриг получил ранение ног, ему сделали импровизированные костыли из ножек стула. Затем была сожжена еще одна БМП. Около 5 часов вечера раненых загрузили в одну из БМП и попытались эвакуировать из вокзала, однако БМП практически тут же была подбита. Чудом все успели покинуть горящую машину, прежде чем она взорвалась. Стало понятно, что бригада на вокзале заблокирована. С наступлением темноты интенсивность огня противника усилилась, раненые продолжали появляться. Полковник Савин докладывает о ситуации генералу Пуликовскому. Я десятый, нахожусь в вокзале. Стрельба прекратилась лишь без 5:12 и возобновилась с прежней интенсивностью примерно с 00:30 ночи 1 января. Стоит отметить, что все погибшие 31 декабря в Майкопской бригаде были в ходе разгрома колонны 2-го батальона и боя на улице Субботников. На самом вокзале первые убитые появились уже ночью 1 января. Около 3 часов ночи был смертельно ранен майор Петров. А затем также смертельное ранение получил на крыше вокзала снайпер Александр Актаев. Когда идет речь о бое на вокзале, то обычно все упоминают так называемый дом Павлова. Пятиэтажный жилой дом, который находился прямо напротив здания вокзала, менее чем в 100 метрах от него. Дом заняли боевики, из него вели плотный обстрел вокзала. Однако эта пятиэтажка была не единственной огневой позицией противника. Вскоре они стали вести сосредоточенный огонь из депо, которое было значительно больше здания пятиэтажки. Также гранатометчики и снайперы укрывались за массивными и длинными брошенными железнодорожными цистернами, которые стояли на путях. И если по дому Павлова майкопсы тоже вели не менее губительный для боевиков ответный огонь, в том числе работали из ЗГСов и гранатометов. И здесь им также помогли 1 января танки соседнего 81-го полка и артиллерию наводили на этот дом, от огня которых весь фасад дома Павлова 1 января обрушился. Достаточно посмотреть на его фото, чтобы понять, что Дудаевцев там было не очень комфортно и безопасно. Но вот депо и позиции за цистернами достать было сложнее. Именно о них упоминает полковник Савин по радио Пуликовскому. Артиллерия близко, слишком близко, блядь, близко, ты по депо... Под депо все подработали, блядь. Я понял, под депо там сейчас ориентирую, понял. Гранатометов расстреливают со стороны путей, там стоят, кстати, цистерны, мочат сюда. Именно для их поражения 1 января Савин пытается скорректировать артиллерийскую поддержку. Поддержка артиллерии ограничивалась тем, что могла осуществляться только во время короткого зимнего дня. С наступлением темноты становилось невозможной. Помимо этого, расстояние до депо было около 300 метров. Это очень близко к самим позициям бригады. Я напомню, что по боевому уставу рубеж безопасного удаления артиллерийского огня составляет 400 метров. И в каждой конкретной ситуации решение об артиллерийской поддержке принимает командир подразделения, запрашивающий огонь и корректирующий его.
На вокзале вместе с Савиным находился начальник артиллерии бригады полковник Евгений Сащенко. Он лично по радио корректировал огонь артиллерии, предварительно, чтобы не попасть по своим, обозначая удары дымовыми снарядами. Знаете, дымовым один снаряд огонь, дымовым один снаряд огонь. Я не могу разобрать эти все разрывы, один дымовым. Поэтому не соответствует действительности утверждение о том, что якобы здание вокзала накрыла своя артиллерия. Савин об этом не докладывает, воспоминаний участников об этом нет. Подполковник Ситников, который находился на вокзале, лишь предположил, что по вокзалу попали свои. Но он в своих воспоминаниях расстояние до депо указывает в 1.5 километра, так что этот единственный источник не очень точен. Главной причиной неэффективности огня стало опасное расстояние боевиков от вокзала и невозможность прицельно навести артиллерию из-за городской застройки и постоянного обстрела. После наблюдения нескольких неэффективных залпов, полковник Савин отменил огонь артиллерии. Стало понятно, что единственный вариант – это выход к вокзалу помощи. Еще вечером 31 декабря, получив первые тревожные сообщения от Савина с вокзала, генерал Поляковский отдает приказ на формирование частей 131-й бригады, которые не вошли в город, колонны помощи. Колонну собирали со всех тылов бригады всю новогоднюю ночь. В итоге собрали 40 единиц техники, состоящие из нескольких БМП, грузовиков с боеприпасами и бензовозов. Утром 1 января командующий объединенной группировки войск генерал Квашнин, смотря на свои карты с красивыми красными стрелочками, находился в уверенности, что город Грозный практически взят. Поэтому 131-я бригада получила на 1 января решительные наступательные задачи по взятию взаимодействия с другими частями президентского дворца. Поляковский формально ретранслировал этот приказ Савину, но на тот момент абсолютно всем офицерам, которые находились на территории Грозного, от командиров заводов до командующих группировок, было ясно, что дворец 1 января не может быть взят. Поэтому, по сути, проигнорировав приказ Квашнина, который пребывал где-то у себя там в стратосфере, все усилия командующего группировкой «Север» Константина Поляковского 1 января были сосредоточены на оказании помощи майкопской бригаде на вокзале. Колонну помощи возглавил заместитель Савина полковник Андреевский. Кроме того, в составе колонны шел заместитель Савина по вооружению полковник Пиха. В колонну включили разведроту бригады, ту самую, которая не успела войти в город сутками ранее. Также колонне придали разведгруппу 690-го отряда спецназначения ГРУ под командованием капитана Лелюха. В колонне не было ни одного танка. Поэтому Поляковский приказал усилить колонну подразделениями 276-го полка, в том числе танками этого полка. Но когда 1 января уже рассвело, танки 276-го полка еще не успели подойти. И офицеры 131-й бригады, все это время слышащие по радио ситуации своих товарищей на вокзале, не дождавшись 276-го полка, около 9 часов утра выдвинулись к вокзалу. Поскольку, как помним, планов города ни у кого не было, предполагалось выходить к вокзалу, ориентируясь по рации генералом Поляковским и полковником Савиным. По сути, дорога была известна лишь экипажу головной БМП, в которой находились полковник Пиха, командир разведроты капитан Олег Тыртышный и командир разведгруппы 690-го отряда спецназначения капитан Лелюх. Вслед за ними второй шла БМП, в которой находился старший колонны полковник Андреевский. Остальные 40 машин просто шли, ориентируясь за ведущими машинами. Колонна дошла до улицы Комсомольская и находилась уже буквально в 200 метрах от вокзала, когда на повороте с улицы Рабочая на Комсомольскую головная БМП была поражена из гранатомета. Все 11 человек, которые в ней находились, в том числе полковник Пиха, капитаны Тыртышный и Лелюх, погибли. Идущая следом БМП полковник Андреевского, увидев взрыв идущей впереди машины, резко ушла налево и стала уходить по улице Комсомольская в противоположную от вокзала сторону, вглубь позиции боевиков, где ожидаемо также была сожжена из гранатометов. Полковник Андреевский спасся, однако 21 день числился пропавшим без вести, укрываясь в подвале одной из многоэтажек. Поскольку обе БМП со всеми командирами были сожжены, связь с колонной сразу прекратилась. Под обстрелом противника возник хаос, и каждая машина двигалась наугад. Третья БМП, в которой находился лейтенант Кравченко, который потом об этом бое рассказал на известном видео, развернулась на улице Орджоникидзе и, пройдя перед самим вокзалом, прямо на глазах полковника Савина ушла к сортировочной станции.
Это увидев их машину, Савин по рации запросил, кто на него выходил. Я калибр 10, кто это выходил на меня, прием? На станции, сортировочная, товарная станция. Прием. Туда же вышли еще несколько машин. На сортировочной станции, помимо частей 81-го полка, находились остатки 2-го батальона Майкопской бригады, который 31 декабря не смог пройти к вокзалу и понес тяжелые потери. Выйдя туда и решив, что на станции боевики, экипажи БМП открыли огонь по бойцам 2-го батальона. Позывной 2-го батальона «Камин-23». Именно во время этого эпизода Камин пытается связаться с экипажами БМП и кричит по радио, что это свои. Не сумев с ними связаться, Камин запрашивает полковника Савина, чтобы тот вышел на связь с БМП и объяснил им, что они въехали к своим. Савину это удалось сделать. К счастью, никто не погиб, ситуацию удалось разобраться. После чего, вышедшим к сортировочной станции, Савин ставит задачу совместно с находившимися там частями выдвинуться на помощь к вокзалу. Там перед тобой, блядь, где ты видел коробки? Ты видел коробки? Раз, два, две маленькие коробки, две большие. Вот ты подъехал, там во дворе хозяйство, блядь, 4 маленьких. Визу, визу, раз, визу маленькую, два, все, пока пошли визу. Только с ними встретиться, тебе там навстречу пошли, это наши, наши. Тебе поставят задачу, блядь, которую они медленно выполняют. Однако Савин не знал о том, что из 40 машин к станции вышли не более 3, которым эта задача была, конечно, не под силу. Подразделения на сортировочной станции сами оказались в тяжелой ситуации и вели, по сути, такой же бой в окружении. В колонне полковника Андреевского также шли 2 МТЛБУ самоходно-артиллерийского дивизиона Майкопской бригады под командованием 2 командиров батарей, старшего лейтенанта Олега Забельникова и капитана Константина Лунева. Их задача заключалась в организации помощи для наведения артиллерийского огня. Обе машины были практически беззащитны перед гранатометчиками противника и были сожжены вместе с экипажами. Символом безнадежности ситуации стала запись разговора Пуликовского с начальником артиллерии бригады полковником Сащенко. По судьбе этих комбатов имеется в виду погибшие командиры батарей Олег Забельников и Константин Лунев. Так, а вот этих двух ребят я посылал, двух комбатов. Они выходили туда и обе машины сожгли. Результаты по ним не знаете? Я не знаю, ничего не знаю. Они не выходят на нас, прием. Они не выйдут, потому что сожжены. Но я понял, все хорошо. Колонна 276-го полка, не успевшего соединиться с основной колонной полковника Андреевского, выдвинулась к вокзалу самостоятельно. Колонна представляла собой 2-ю мотострелковую роту и 4 танка. Командовал колонной командир танковой роты старший лейтенант Игорь Зыков. Действуя обособленно силами роты, у бойцов 276-го полка пробиться к вокзалу шансов было немного. 2 танка были вскоре подбиты, как и в других ситуациях, идущие впереди офицеры погибли в числе первых. Погибли старший лейтенант Зыков и командир 2-й роты капитан Игорь Черентаев. Колонна потеряла убитыми как минимум 16 человек и также не смогла пробиться к вокзалу. Всего при попытке прорваться к вокзалу подразделения 131-й бригады и 276-го полка потеряли в этот день около 60 человек убитыми и пропавшими без вести. 3-я попытка пробиться к вокзалу стала полной неожиданностью даже для командующего группировки генерала Пуликовского. Еще утром от основной колонны полковника Андреевского отстали, вероятно, по техническим причинам 7 абсолютно разных машин. В этой компании оказались 2 танка, 2 тягача, грузовик «Урал», 1 БТР и 1 БМП. Старшим колонны стал позывной 104-й, причем такой позывной не знал даже генерал Пуликовский. Очевидно, что 104-й был невысокой должности и невысокого воинского звания. Кто был этот офицер, до сих пор точно не установлено. Однако, устранив неисправности техники, сводная колонна из 7 машин отправилась догонять основную колонну, понятия не имея, что та уже сожжена и рассеяна. Естественно, в колонне 104-го не было ни одной карты. Поэтому 104-го пытался по рации сориентировать полковник Савин, который в свою очередь не представлял, насколько маленькая колонна к нему шла, думая, что это какое-то серьезное подразделение. Долгие полутания 104-го запечатлелись на опубликованном отрывке радиозаписи. Так, я 104-й, иду с севера. 11-й, блядь. Вызывай 104-го, давай с ним в контакте. Куда ему
Объясни, подойди. Меня бьют с тыла уже, с тыла, блядь. Давай быстрее 104-го. Я понял. Мы ведь вытягиваем его к вам, в прием. Полезная точка, возможно, помогите мне. Вокзал, вокзал. 104-й прием. На приеме. Ну, прости, Стерженькиза, я понял, что ты не пройдешь, не пройдешь. Куда идти? Развернуться справа, влево. Ты бы по улице Маяковского пошли. По улице Маяковского. Так, давай проводника за яйца, за яйца. Пускай показывает дорогу. Проспект Орджоникидзе заблокирован. К сожалению, эта попытка, как можно понять, была обречена с самого начала. Дудаевцы слушали все наши радиопереговоры. Кроме того, надо отметить, что на протяжении всех описываемых событий чеченская служба радиоэлектронной борьбы активно глушила переговоры наших частей в районе вокзала. Службу РЭП противника, кстати, возглавлял бывший советский полковник ТМС Ханов. Надо понимать, что обороняли Грозно не только бородатые мужики в дубленках и трениках с гранатометами наперевес, но и части регулярной на тот момент армии Ичкерии. Подразделения Департамента госбезопасности, например. А как раз в районе вокзала майкопцам противостояли бойцы абхазского батальона, в составе которого имелись чеченцы, принимавшие участие в абхазской войне. Итак, маленькая колонна 104-го, не найдя дороги, стала искать проводника, который бы показал, где находится железнодорожный вокзал. Найдя его около 13 часов, колонна пошла к вокзалу. Впереди шла единственная БМП в колонне с позывным «Баргузин-70», экипаж которой состоял из офицеров. Командиром БМП был майор Александр Петренко, старший лейтенант Григорий Казанчев занял место наводчика-оператора, а мехводом, заменив неопытного молодого срочника и тем самым сохранив ему жизнь, сел старший лейтенант Александр Другов. Это как раз тот случай, когда я рассказывал, что накануне штурма дембелей отпустили, а новые молодые мехводы ни черта не умели, и за рычаги боевых машин пришлось садиться самим офицерам. Главная БМП и следовавший за ней Урал отделились от хвоста колонны настолько сильно, что те потеряли их визуально и остановились. Видимо, БМП и Урал не сразу заметили, что едут по улицам Грозного в одиночку. 104-й, который остался в хвосте колонны, по радио запрашивает Баргузина 70 и матом кричит ему, чтобы он вернулся назад и подобрал отставшие машины. Однако в эту самую минуту в Баргузина попадает граната из гранатомета. Лейтенант Григорий Казанчев, получив тяжелейшее ранение, вероятно, успел сказать в эфир свои знаменитые и, вероятно, последние слова. Казанчев так и не успел покинуть горящую БМП, которую поразили затем еще 4 раза. Мехвод старший лейтенант Другов также погиб, выжил лишь раненый майор Петренко. Следовавший за БМП Урал, конечно, также был легко сожжен боевиками, его водитель, рядовой Лесных, погиб. Так из-за несогласованности и неразберихи закончилась обреченная попытка 104-го выйти к вокзалу, которая принесла лишь очередных 5 погибших. Последнюю попытку деблокировать майкопскую бригаду предприняли десантники 137-го полка. Десантники входили в город не 31 числа, а утром 1 января. Прежде чем их перенацелили на железнодорожный вокзал, первую половину дня они вели бои по деблокированию 693-го полка в районе парка культуры и отдыха имени Ленина. Уже выйдя к своим в парке, оттуда сформировали сводную колонну помощи майкопской бригаде. В колонну по непонятной причине, кроме БМД, включили самоходки «Нона». Почему для уличных боев на дистанции порой в несколько десятков метров включали самоходки, абсолютно для этого не предназначенные? Вероятно, по той же причине, по которой сводные штурмовые колонны включали «Шилки», «Тунгусские», «Брэмы» и вообще все, что имеет гусеницы. Около 16 часов колонна вышла к вокзалу. По злой иронии судьбы, именно одна из «Нон» стала причиной очередной неудачи и новых смертей. Самоходка, шедшая в середине колонны, внезапно заглохла и в колонне образовался разрыв. Кто знает, возможно, за рычагами сидел очередной водитель 6 месяцами службы, посаженный в машину за день до штурма. Пока водитель смог завести самоходку, впереди идущие машины уже скрылись из виду. И водитель свернул не на тот поворот, а за ним устремились и шедшие за ним машины. Нетрудно догадаться, как развивались события далее. Выйдя на улицу Маяковского, злополучная, ставшая теперь головной «Нона», была сожжена из гранатометов. За ней подбили еще одну самоходку, а следом последовательно сожгли 3 БМД. Десантники, потеряв свыше 20 человек убитыми, вернулись обратно в парк культуры. К
Как видим, все четыре попытки прорваться к вокзалу имели одинаковую последовательность. Наспех сколоченные сводные колонны самой разной техники, без какой-либо подготовки, не имея времени на разведку, лишенные сведений о противнике и маршруте движения, лишенные карты планов города, не получив времени на отработку взаимодействия, просто пытались проскочить улицы на скорости. Это приводило к расстрелу колонн из гранатометов, гибели в первые минуты командиров, потере управления, дезорганизации и отступлению либо рассеиванию подразделений. О том, что десантников, идущих к нему на помощь, расстреливают на улице Маяковского, комбриг Савин уже не знал. После 15 часов у его рации села батарея, после чего он, абсолютно верно оценивая ситуацию, понял, что помощь сегодня не придет. Короткий зимний день подходил к концу, вторую ночь на вокзале майкопцы уже не пережили бы. К этому времени на вокзале было около 70 человек раненых и 18 убитых. Медикаменты подходили к концу. Начальник медицинской службы, подполковник Николай Тупиков, доложил Савину, что скоро люди начнут умирать. Плюс стали заканчиваться боеприпасы. В этой ситуации, чтобы спасти хотя бы часть людей, Савин собирает офицеров и дает приказ готовиться к прорыву. Об этом решении генерал Пуликовский не узнал. В это время он пытается по запасным частотам связаться с Савиным. Слушая этот знаменитый кусок переговоров под грустную музыку, складывается ощущение, что рация разбита, а на вокзале все уже погибли. Калибр 10, калибр 10, ответь, прием. Я 11, я 11, кто меня слышит, ответьте, прием. Ну-ка давай по всем запасным частотам, ищи командира. Первый и по шестую. Понял. Всех вызывают сначала. Я слиток 11, я слиток 11. Кто меня слышит, прием. На всех частотах. Понял, да? Как найдешь командира или кого-то, значит, на меня соединяешь, я переговорю. Понял. Потеряли мы. Но это не так. Они были живы и в это время готовились к прорыву. Отход с вокзала запланировали на 6 часов вечера. Перед этим уничтожили все документы, в том числе журнал боевых действий. Обследовали стоявшую на привокзальной площади технику, обнаружили одну исправную БМП и один танк. Выходили с вокзала четырьмя группами. Первая группа выходила с вокзала на единственной БМП, туда загрузили всех тяжелораненых. По свидетельству выходившего на этой БМП рядового Николая Рябцева, на БМП разместили 42 человека. Ну вот туда на броню нас и погрузили под завязку. Когда меня грузили, уже места не было. Меня закинули туда, а Летеха, который сидел с краю, за шиворот бушлата держит меня. А я его обнял, коленками на фальшборте стою, а ноги в воздухе свисают. Так обнявшись и поехали. Возглавил группу начальник связи бригады подполковник Анатолий Чумак. Эта группа первая покинула вокзал. БМП дошла до перекрестка улицы Маяковского и Старопромысловского шоссе, где попала под обстрел и была подбита двумя попаданиями из гранатометов. Подполковник Чумак и почти все из этой группы погибли. К своим из 42 человек не вышел ни один. Подполковник Зрядний попал в плен и был казнен боевиками в мае 95 года. Прапорщик Мамед Керимзаде и рядовой Николай Рябцев сумели вернуться из плена, благодаря чему мы и знаем эти подробности. Вторая группа под руководством комбрига Савина выходила в пешем порядке. Стоит отметить, что с вокзала удалось выйти без потерь. Однако предстояло еще по кишащим боевиками улицам дойти до своих. Сперва блеснула надежда. Группа наткнулась на три БМП из 81-го полка, которые стояли на товарной станции. Майкопцы загрузились на БМП, причем тоже максимально плотно. По воспоминаниям, даже невозможно было повернуть башню. Сперва двинулись к парку культуры, но по пути наткнулись на подразделение 137-го парашютно-десантного полка, которые рассказали о засаде на улице Маяковского. Той самой, где сожгли самоходки Нона десантников. Тогда Савин решил выходить по тому маршруту, по которому бригада входила в Грозно 31 числа. В итоге на том же Старопромысловском шоссе колонна из трех БМП попала в засаду. Первой была подбита головная БМП, на которой находился полковник Савин. Полковник и несколько бойцов покинули машину и укрылись во дворе, расположенной рядом автобазы. Вторая БМП через несколько десятков метров также была подбита. И лишь третья машина сумела на скорости проскочить опасный отрезок улицы и в итоге вышла к своим. Упустив третью БМП, боевики заблокировали группу полковника Савина на автобазе.
Во время боя рядом с полковником находился старший прапорщик Вадим Шипков. А потом отошли обратно за угол, сидим, комбриг мне еще говорит: «Выйду из города, всем там раздам, и Пуликовскому, и всем-всем-всем». Через несколько мгновений во дворе автобазы разорвалась граната, ее осколок попал в глаз комбригу, практически мгновенно убив его. Полковник Евгений Сащенко раздобыл на территории автобазы «Волгу». В багажник загрузили тело комбрига, а в салон раненых и попытались уехать на ней. Но машина тоже была сожжена. И все, кто находился внутри, в том числе полковник Сащенко, погибли. Вадим Шипков с группой бойцов бригады вышел к своим лишь 10 января. Иван Алексеевич Савин не смог вернуться к своим и раздать всем того, чего не заслужили. К сожалению, у нас нет его воспоминаний, его мнения о случившемся. Но без сомнения является то, что комбриг своими действиями спас десятки жизней своих подчиненных. Потому что при всей драматичности прорыва большая часть окруженных вышла к своим. Третья группа под руководством капитана Чмырева в составе 142 человек в пешем порядке с единственным танком, который по пути пришлось потом бросить, без потерь вышли в расположение 503-го полка. Самый последний покинула вокзал группа из 6 человек во главе с капитаном Рустемом Клуповым, которые обеспечивали прикрытие и отход бригады. Как видим, при выходе на территории вокзала не погиб ни один человек. И как ни странно, хоть вокзал навсегда и останется символом поражения бригады, 90% потерь были понесены не там, а на кровавых улицах Грозного, при попытке прорваться к вокзалу, либо наоборот, при прорыве осажденных с вокзала. Говорить, что бригада, штатная численность которой свыше 1200 человек, погибла на вокзале, нельзя. В город вошли 446 человек. Поименный список безвозвратных потерь опубликован, ссылка на него будет под видео, он насчитывает 160 имен. Список не точный, но там разночтение в несколько человек. Конечно, бригада потерпела жестокое поражение, плюс в боях в районе вокзала понесли потери 81-й и 276-й полки, 690-й отряд ГРУ и 137-й парашютно-десантный полк. Все это делает бои за железнодорожный вокзал далеко не единственным, но все-таки самым кровавым эпизодом штурма Грозного. За здание железнодорожного вокзала последующие несколько дней будут вести тяжелые бои части 137-го парашютно-десантного полка. Все придется начинать заново. Генерал Пуликовский в 96-м году пойдет на повышение и возглавит группировку войск в Чечне. В августе 96-го года российские части в Грозном опять будут окружены и истекать кровью. Опять Пуликовский по рации будет их успокаивать и говорить, что помощь идет. Опять люди погибнут, а помощь не придет. По запросу Госдумы в 1997 году Генеральная прокуратура проведет доследственную проверку по факту массовой гибели военнослужащих 131-й бригады в Грозном, в ходе которой допрошенный Пуликовский рассказал то, чего не рассказывает журналистам. Из пояснений участников этих событий, документов, изъятых в ходе проверки, следует, что в конце декабря 1994 года в городе Моздоке высшим командованием Министерства обороны поставлена общая задача по освобождению города Грозного. Конкретную задачу по вводу войск в город, маршрутам движения и взаимодействию ставил генерал-полковник Квашнин. 131-й бригаде была поставлена задача к 27 декабря 1994 года сосредоточиться в 2 километрах восточнее Садовой, чтобы обеспечить проход в город Грозно другим войскам. В последующем бригада заняла рубеж по реке Нефтянка и находилась на нем до 11 часов 31 декабря, после чего по радио командовавший в тот период группировкой «Север» генерал-лейтенант Пуликовский отдал приказ на вход в город Грозный. Письменных, боевых и графических документов в бригаду не поступало. После прохода по улице Маяковского штабом корпуса бригаде было приказано взять железнодорожный вокзал, что первоначально не планировалось. Захватив вокзал, бригада попала в плотное огненное кольцо незаконных вооруженных формирований и понесла значительные потери в живой силе и технике. Как усматривается из материалов проверки, вопросы тщательной подготовки операции должен был решать Пуликовский. Однако этого в полной мере сделано не было, что явилось одной из причин гибели большого количества личного состава бригады. В действиях Пуликовского усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 260 пункт 1 УК РСФСР, а именно халатное отношение должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия.
Однако уголовное дело возбуждено быть не может, так как Государственная Дума 19 апреля 1995 года объявлена амнистия в связи с 50-летием победы в Великой Отечественной войне, и допущенное Поляковским правонарушение попало под ее действие. После Чеченской войны Поляковский сделает неплохую карьеру. До 2000 года работал в мэрии Краснодара. С 2000 по 2005 год был полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе. С 2005 по 2008 год возглавлял Ростехнадзор. Конечно, вешать всех собак на Поляковского не стоит. Приказ о занятии вокзала исходил не от него. Имена людей, напрямую ответственных за все это, о чем шла речь в этом видео, известны. Это генерал Анатолий Квашнин и его начальник штаба генерал Швецов. Квашнин также пошел на повышение, в 1997 году став начальником генерального штаба и оставался на этой должности до 2004 года, попутно в 1999 году получив звание Героя России. С 2004 по 2010 год полпред президента в Сибирском федеральном округе. Павел Грачев оставался министром обороны до июня 1996 года. Затем до 2007 года был военным советником гендиректора Рособоронэкспорта. Верховный главнокомандующий 19 января 1995 года, сразу после взятия никому на тот момент не нужного и разрушенного здания президентского дворца, по телевидению торжественно объявит о завершении активной фазы Чеченской войны. Война после этого продлится еще полтора года и закончится операцией «Джихад» и поражением. Но это уже другая история.